Дорогие партнеры команды БНД-21, записываю быстрое, короткое видео, рабочее. Уверен, что после этого видео вы раз и навсегда научитесь грамотно отвечать на вопросы, а сколько ты сейчас зарабатываешь. Мы же тоже были когда-то новичками, если мы с тобой не знакомы, Наталья Эдуард Васильева. Сейчас мы золотые исполнительные директора, а когда-то мы были новичками, и мне тоже задавали вопросы иногда, а сколько ты зарабатываешь сейчас в Oriflame? Как я отвечал всегда? Всегда отвечать нужно грамотно и честно, откровенно. Мы после первого же месяца работы сняли информационный лист. Он у тебя тоже есть на сайте Oriflame. То есть мы его распечатали. Смотри, вот это наш информационный лист за первый месяц работы. Давай смотреть. Васильева Наталья Вячеславовна. Давай смотрим. Дата 31 января 2001 года. Видишь, да? 31 января 2001 года. Давай смотреть. В нашей команде на тот момент три партнера, включая нас. Видишь? Так, смотрим, смотрим, смотрим. Я всегда показывал вот как. Я говорю, смотри. Товарооборот нашей группы 2865 рублей 40 копеек. Видишь? ОП личной группы. Объем покупок личной группы 2865 рублей 40 копеек. Фирма с этого товарооборота заплатила 86 рублей премию. Скидка она называется. Премия. 86 рублей. Я всегда показывал, я говорю, вот смотри, товарооборот 2865 рублей, премия 86 рублей. То есть деньги мы получаем с товарооборота, это наш доход, это не зарплата. Если бы я тебя приглашал на наймовую работу, тогда бы я тебе озвучивал должностные инструкции, тебе бы надо было идти на работу к 8 утра, в 5 вечера возвращаться с нее, и за это ты получал бы зарплату. В Oriflame нету, тебе не надо идти на работу к 8 утра, тебе не нужно до 5 вечера там находиться, да, что-то делать, и потом за это получать зарплату. То есть у нас не наймовый труд, у нас создание своего бизнеса удаленно из любой точки земного шара. То есть здесь мы получаем в итоге две вещи – свободу и деньги. А вот деньги платят с товарооборота. Идем дальше. Прошло, давай смотреть, 4 месяца. Раньше каталоги были по месяцу. 29 апреля 2001 года, видишь. Давай смотреть. Группа стала больше? Стала. Товарообороты, да, увеличились. Смотрим. Объем покупки группы, смотри, ОП личной группы, 12 162 рубля 80 копеек. И фирма с этого нам платит 436 рублей. Да, еще 4 партнера нашей команды получили тоже свои премии. Точнее, 3. 85 рублей, 96 и 113. Деньги с чего платятся? С товарооборота. 436 рублей заплатили с товарооборота 12 162 рубля. Хорошо. И вот тут, да, когда мне говорили, что ты мне показываешь маленькие денежки, я говорю, понимаешь, в чем дело? Денежки увеличатся. Самый важный момент, что это не зависит от начальника, это не зависит от того, какой у меня диплом, это не зависит от экономической ситуации, от курса доллара и так далее, и так далее. Потому что мы работаем с продуктом, который необходим всегда в любой экономической ситуации. Мы предлагаем возможности заработка, а заработок будет интересен людям всегда абсолютно. Теперь давай смотрим, что дальше произошло. Прошел год и месяц. Год и месяц. Это 5 марта 2002 года. Давай смотреть, что произошло. Объем покупки группы составил 143 тысячи 80 копеек. Нам с этого заплатили 11 897, видишь, да, товарооборот. И премия тут есть такая на директорском уровне, ну была 5 720, это за рекрутирование бонус. Итого 16 тысяч. Товарооборот 143 тысячи, премия 16 тысяч. Ну, то есть доход. Дальше идем. Тут распечатка-то, видишь, уже на трех листах стала. Просто группа стала больше. Обрати внимание, на трех листах уже структура. Если там структура была маленькая, то здесь уже организация большая. Идем дальше. Да, кстати, смотри, какая высокая активность, да? Видишь, сколько людей с заказами? А знаешь, благодаря чему? А благодаря тому, что мы каждого партнера знали лично, сдруживались, общались, видишь? С каждым, каждого партнера знали, каждого абсолютно. А ты знаешь каждого партнера своей команды? А ты с ними созваниваешься? А ты с ними сдруживаешься? Или это просто для тебя балбонусы на ножках? Извини, может быть, хлестко говорю, но подумай об этом тоже. Идем дальше.
Этот информлист уже, смотри, взят 6 мая 2003 года, 12 часов 45 минут, за 6 дней работы майского каталога. Согласись, мне не надо тебе объяснять, что такое майский каталог. 1, 2, 3 мая, где люди? На шашлыках, дачи, огороды. Теперь смотрим. Товарооборот структуры, объем покупки структуры, обрати внимание, 145 305 рублей. А фирма с этого итого начислила нам 11 543 рубля. За 6 дней мая мы не ходили на работу. Это не наймовый труд, понимаешь, в чем дело? А моя зарплата тогда в «Газпроме» была 10 тысяч за месяц. А тут за 6 дней мая 11 тысяч рублей. Проходит еще 2 года. Информационный лист взят 7 мая 2005 года. Объем покупки группы за 7 дней майских праздников 305 тысяч. А фирма с этого начисляет 32 тысячи 800 рублей. С чего все начиналось? А начиналось вот с 2800 и премии 86 рублей за месяц. Это 86 за месяц. А здесь 32 тысячи за одну неделю. Так что, что я тебе рекомендую? Закажи свой информлист на сайте Oriflame. В личном кабинете у тебя есть информационный лист. Возьми информационный лист за первый месяц своей работы, чтобы ты мог, могла показывать его. В электронном виде его сохрани, распечатай его, да, чтобы у тебя был в распечатанном виде. И ты можешь периодически заказывать информлист по итогам каталога и сохраняй их себе. И показывай, когда тебя спрашивают, и сколько ты здесь зарабатываешь. Не зарплату получаю, объясняй, а доход. А доход выплачивается с организованного товарооборота. И что ты здесь делаешь в этом бизнесе? Организовываешь товарообороты. Как? Создавая структуру покупателей и партнеров. Обучая людей, кого-то лидерству, командообразованию, а кого-то ты обучаешь знанию продукта, да? Влюбляешь в продукт. И вот за это нам платят деньги, за организацию товарооборота. Если останутся вопросы, с удовольствием отвечу, задавай. Верь в свой успех. Ребята, без веры, я говорю всегда, ничего не получится. Все люди верят. Просто одни верят в успех, а другие в неудачу. Но поверь мне, все верят. Ты веришь, только вопрос, во что ты веришь. Понимаешь? Да по вере вашей воздастся вам. Вот есть такое выражение. Так что я желаю тебе успехов, роста и процветания.